Россию и Белоруссию связывают общая история, культурное наследие и славянские корни. Для представителей белорусской диаспоры и многих уссурийцев этот праздник имеет большое значение. Я вот уже в России нахожусь с 70-го года, как забрали в армию в свое время с Белоруссии, привезли на Дальний Восток. Так я здесь и остался, и всю жизнь проносил погоны, и считаю, что единение России с Белоруссией – это неотъемлемая часть нашей сущности, нашей жизни. Первые переселенцы из Белоруссии в Приморском крае появились 106 лет назад. В Уссурийске и сейчас живут известные представители белорусской диаспоры. В связи с празднованием Дня Единения от имени администрации и Думы округа им вручили ценные подарки и грамоты. Этот праздник является ярким свидетельством стремления народов Российской Федерации и Республики Беларусь к тесному и всестороннему сотрудничеству, дружбе и добрососедству. Они символизируют сплочение наших народов, связанных общей памятью, духовной родством, культурными традициями, славянскими основаниями мировоззрения. Организаторы пожелали, чтобы в следующем году в зале собралось еще больше гостей, и традиционные встречи продолжались. Сегодня мы отмечаем его в седьмой раз. На этом празднике у нас собралось большое количество белорусов, большое количество гостей разных народностей. Поэтому мы рады ежегодно проводить наши праздники, наши встречи. Историю России и Белоруссии всегда объединяла страшная трагедия – Великая Отечественная война. Собравшиеся отдали почести пришедшим ветеранам, вручили подарки и цветы. Екатерина Рехтина, Александр Анисимов, Телемикс.